Всем привет, народ! Всех снова рад приветствовать на канале Рулим Ливы. Сегодняшнее наше видео будет опять интересно только тем, кто подписан на мою группу «Развлекательный портал Рулим», а также участникам моего чата ВЛС, моей беседы «Анархия Рулим». Дело в том, что это видео – это мой ответ тем людям, которые пытаются меня троллить на те или иные темы. Заранее извиняюсь за то, что в данном видео будет очень много ляпов. Например, сейчас вы видите немного перевернутую картинку. У нас будет трястись камера, мы будем двигаться, мы будем перемещаться по моей квартире, мы будем задевать телефоном об углы, об стены, об там будет шварканье микрофона и так далее, и так далее, и так далее. За все заранее прошу прощения, я не занимаюсь каким-то там великим монтажом. Да и дело в том, что если я с сегодняшнего видео все эти ляпы вырежу, опять скажут, что я все смонтировал, сфабриковал и так далее. Вот, поэтому сегодня снимаем прямо вот так, одним дублем, без всяких монтажов, без всякого вырезания. Просто снимаем и отвечаем на вопросы наших любимых, наших уважаемых троллей. Итак, значит, самый главный наш тролль, это всем известный вам Илья, он же Ёжик. Заметьте, сегодня я не буду называть его фамилию и отчество, так как им уже было заявлено то, что он кинет на мой канал страйк за то, что, собственно, я называю его полное имя, то есть фамилия, имя, отчество, на своих видео. Так что сегодня я ему этого удовольствия не предоставлю. Поэтому он просто Илья Ёжик, да, и все, кому надо, об этом знают, кто, о ком, собственно, идет речь. Тут фамилии, собственно, и не нужна. Итак, в последнее время наш Илья заявлял, что меня мама моя, собственно, носит по квартире на ручках, что я по 8 часов сижу за компьютером, значит, в памперсах, вот, потом, значит, она меня, значит, опять на ручках несет в ванную мыться и укладывает спать. Вот. Утром она, значит, меня поднимает и, собственно, все по кругу. Опять, значит, надевает на меня памперс, опять я 8 часов сижу за компьютером и, в общем, так далее, и так далее. Вот. На все эти вопросы сегодня я намерен ответить и показать, что я самостоятельный человек, что меня никто не носит на ручках, и что я даже почти целый день нахожусь дома один. Например, вот сейчас дома никого нет. Где вы видите мою маму? Мама, мам, мама, ау! Нет мамы. Ни мамы, ни папы, одна только собака дома. Больше никого нет. Ну, сейчас мы будем перемещаться по квартире, вы в этом убедитесь, что дома у меня никого нет. Итак, начнем с того, что я, пожалуй, позавтракаю. Кстати, да, хотел бы предупредить, что видео будет не коротким, поэтому уж извиняйте. Итак, сегодня на завтрак мне оставили жареные вареники со сметаной. Вот. Как видите, питаюсь я самостоятельно. Руки у меня работают. Вот, окунем сметанку и... Вкусно. Очень вкусно. Кстати, по поводу самостоятельности. Вот что... Я не делаю сам, так это то, что я не готовлю сам. Я не умею готовить абсолютно ничего и никак. И даже не потому, что я, не смогу приготовить. Я даже бы что-то бы и смог приготовить, но дело в том, что тут уже, наверное, немного... Как и вина родителей моих. Они
с детства как-то боялись подпускать меня к газовой плите, чтобы я сам зажигал плиту и все прочее. У нас плита газовая, не электрическая, поэтому был такой страх с их стороны. Ну и как-то я не привык к этому пользоваться газовой плитой и все это прочее. И как-то, не знаю, как сказать, ну не привычен, что ли, я к этому. Вот. Поэтому никогда ничего сам не готовлю. В принципе, нет никакой необходимости. Около меня достаточно людей, которые хорошо готовят. Вот. И мне, собственно, это и не надо. У меня нет никакого, собственно, желания там самому готовить или что-то. Поэтому вот так. Ладно, как я ем, я показал. Не будем затягивать, потому что видео у нас и так будет длинным. Сейчас приступим к следующему вопросу. Так, немножко запью. У меня здесь кофеек, если что. Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос, то, что я передвигаюсь только с помощью того, что меня кто-то носит на ручках. Было уже на эту тему видео на моем канале, где я показывал, как я перемещаюсь на своем вот этом вот стуле. Перемещаюсь, собственно, я на нем сам по всей квартире. Кто не видел, еще раз, значит, сейчас все это дело продемонстрирую. Итак, еще раз повторюсь, что записываю сегодня без монтажа, поэтому извиняйте за то, что будет перемещаться камера и все такое прочее. Итак, как я передвигаюсь? Показываю еще раз. Я просто толкаю стул, и он едет. Таким простым способом, собственно, я передвигаюсь по всей квартире. Идем далее. Сейчас мы пройдем по всей нашей квартире и убедимся в том, во-первых, что дома нет моей мамы. Ну и я покажу вам все остальные свои действия. То, что на мне нет памперсов, как я ложусь самостоятельно спать и прочее. Переключим камеру и будем перемещаться дальше по моей квартире. Направляемся мы с кухни в сторону прихожей. Там же у нас находится вход в туалет. Кстати, о туалете. Нам же нужно туда зайти. Конечно же, есть в этом способе передвижения свои недостатки. Если, допустим, нормальный, здоровый человек от одной точки комнаты, допустим, с кухни до комнаты доберется за там 5-10 секунд, мне для этого нужно там минута-полторы. Ну, тут уже, как говорится, что поделаешь. Да будет свет. Ага.
Поссали, поссали. Теперь будем передвигаться дальше. Так, что нам сейчас нужно? Нам нужно убедиться, что мамы моей дома нет. Мама! Где мама? Нет мамы. Папы тоже нет. Вот собака услыхала то, что я зову маму. Вот одна только собака дома. Нету мамы, нету. Никого нет, мой хороший. Иди ложись спать дальше. Вот. Никого дома нет. Движемся, значит, к моей комнате. Уже в который раз извиняюсь за то, что снимаю вот все вот так, то, что дрожит камера, но, сами понимаете, в данной ситуации, в данном формате видео, по-другому никак. Тролли вынуждают, что ж поделаешь. Итак, мы уже находимся в моей комнате. Заранее извиняюсь за то, что маленько не прибрано у меня здесь. Но не прибрано у меня не просто так. Сейчас я буду вам показывать, как я ложусь спать, как я встаю и то, что я обслуживаю себя полностью сам. Вообще, конечно, многие меня спрашивали и еще, наверное, спросят то, что почему ты не привезешь сюда квартиру домой свою новую электрическую коляску, вот, чтобы вот не кататься так вот на стуле по квартире. Дело в том, что тесно в квартире, довольно тесно. Как видите, даже вот здесь, вот между вот этими двумя диванами, она просто-напросто, коляска не развернется, не пройдет. Она не пройдет на кухне, она не пройдет в туалете. Собственно, она много где не пройдет, поэтому смысла ее привозить сюда никакого, в общем-то, нет. Там у нас в доме, где она у меня сейчас находится, и, собственно, находилась она у меня там все лето, там намного больше места, поэтому там, да, там есть где, ну, на ней перемещаться. Собственно, я там на ней всегда и перемещаюсь с тех пор, как она у меня появилась. Ну и, естественно, доступный выход на улицу на ней, поэтому... Там она актуальна. Здесь подобная коляска совершенно не актуальна. Поэтому сюда я ее перевозить не планирую. Итак, это значит мой диван, моя постель. Вот. Я ее намеренно не заправил сегодня, так, дабы все равно сейчас буду показывать вам, как я, собственно, ложусь спать. Итак, значит... Нам надо как-то установить камеру. Все это нам сделать надо в онлайне. Так что... Так, сейчас нужно нам переключиться сначала на переднюю камеру. Итак, это снова я. Установил я камеру максимально возможно, как могу, для того, чтобы вам было, собственно, видно мою, как бы, постель, мою кровать. Ну, точнее, это диван. Так вот, значит, теперь к вопросу о том, что меня мама спать укладывает, что я даже этого, видимо, сам не могу. Ну, со слов, так сказать, троллей. Ну что ж, мы находимся, значит, на вот этот, там мой монитор, здесь, значит, мое рабочее место, вы его сейчас видели, оно сразу находится напротив моего компьютера, сразу находится мой диван, собственно. После того, как я, значит,
поработал там на компьютере, там посмотрел кино и так далее. Ночь там на дворе, там, допустим, где-то час или два ночи, бывает и три, по-разному я ложусь спать. Мне нужно ложиться спать. Для этого что мне нужно? Для этого мне, естественно, нужно раздеться. Делаю я это, естественно, полностью самостоятельно сам. Ничья помощь мне для этого не нужна. Ни нянек, ни мам, ни бабушек, ни пап. Абсолютно ничья. Вот, собственно, я беру и, как все люди, раздеваюсь. Теперь самый главный вопрос, который я забыл вам уточнить, пока да-да, мы были в туалете. Ношу ли я памперсы? Так видите, никаких памперсов на мне нет. Это обыкновенные плавки, как и у всех. Ничего на мне, никаких памперсов, собственно, нет. И никогда не было. Никаких памперсов мне просто-напросто не нужны. Потому что я самостоятельный человек, который может сходить в туалет сам. Запомните это раз и навсегда. Далее. Значит, мы разделись. Ну и, собственно, мы ложимся спать. Отодвигаю стул. Собственно, ложусь спать. Какое-то время я еще... Работаю с телефоном, там что-то смотрю, YouTube, читаю какие-нибудь форумы, лазю в том же ВКонтакте и так далее. Все, кладу телефон вот сюда, у меня здесь зарядный провод. Где он тут? Вот он, от телефона. Все, ложу сюда телефон, ложусь и сплю. Могу абсолютно, как и все люди, повернуться на бок. Повернуться на другой бок. Ну и, собственно, спать, как все остальные люди это делают. После того, как я проснулся, собственно, я встаю. Делаю это опять же сам. Пододвигаю стул. Ну и, собственно, одеваюсь.
Ну вот, собственно, и все. Можно идти умываться и завтракать. Идем далее. Также хотел бы сказать, что передвигаться я могу и не только на таком вот стуле, либо на своей электроколяске. Я могу передвигаться, например, на любой другой равнине, на земле, на полу. Чтобы, так сказать, не быть голословным, опять же, я сейчас вставлю кусочек видео из, так сказать, семейного архива. Видео старое, вот. Просто сейчас лень записывать этот пролет именно того, как я передвигаюсь на полу. Я поэтому вставлю видео, там все то же самое, видео из семейного архива, видео старенькое, но давность, так сказать, видео не меняет сути. Я как передвигался на любой равнине, так, собственно, и продолжаю передвигаться. Итак, смотрим. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Сегодняшнего видео вроде бы ответил на все вопросы своих хейтеров, троллей, зевак. Надеюсь, это видео вам, дорогие мои тролли, было интересно. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. А тем, кто будет писать типа что-то типа, как правило, такие сообщения пишут в личку ВКонтакт. Типа, Василий, зачем вот ты так вот подробно о своей жизни, вроде того, что вот всю, как говорится, подноготную там вот показываешь, вплоть до того, что сам там раздеваешься и так далее. Сразу хочу на такие вопросы заранее ответить, чтобы они не возникали, что я не стеснительный человек. Как говорится, все, что естественно, то не безобразно. Поэтому, как говорится, все без, как говорится, без, все как есть, жизнь как жизнь, вот. Мне нечего стесняться, я не стеснительный человек, и как бы я такой, какой я есть, и, в общем-то, ну, как бы ничего не скрываю, ничего не стесняюсь. Так что, если вам по каким-то причинам, кому-то конкретно неприятно подобное смотреть, просто не смотрите и все, как бы. А так, всем, кто меня понимает, огромное, собственно, спасибо за это. Вот, всем, кому так или иначе хоть чем-то было интересное данное видео, спасибо за просмотр. Ну а у меня на сегодня на этом все. Всем пока. До встречи в следующих видосах.